Потому что самые большие подарки ты получаешь только тогда, когда вот он, 25-й. Ну, метафорично, в своем бизнесе. Все, не знаю, там первый, у тебя есть мечта открыть свой бизнес. Если бы, кто планирует свой бизнес открывать? Поднимите руку. Планируете, ага. Здесь есть мечта. Так вот, ты насладиться можешь собой только в том процессе. Вот ты сделал прототип уже. Знаете, писать книгу – это одно, а когда ты берешь книгу и держишь ее в руке, это вообще это совершенно другое. То есть можно ходить и говорить, там, не знаю, у меня 4 рукописи, это пустые слова. А когда ты берешь книгу, это совершенно по-другому. То есть это круто.